Всем привет, ребят, сегодня мы. Сегодня мы играем в деревню номер 135, но без деревни. Да, меня выкинули из моей же деревни. Я построила тут домик себе в мини-игре. А туда мы пойдем в конце серии. Там очень интересно. Это мои шмотки, это все, что я смогла забрать, пока жители мне мешали уходить. Некоторые... Да, все мои коты остались там. Уже темнеет. Ну ладно, пошли, тогда посмотрим здесь что. О, еще лиан покрывается. Красиво. Болото, только не очень красиво. Вот это прям очень красиво. О! Снег пошел. И дождь. Мне нравится снег. Блин. Получается, идет снег. Нет, тут идет дождь. Тут идет. В общем, вы поняли. Это туда, куда мы пойдем в конце серии. Если что там. Там еще спуск вниз есть, и мы увидим еще что-то. Капец. Блин. Ребят, наверное, сейчас мы пойдем копаться в шахте. Бывают нам вещи, чтобы выживать, а то не дело. Вот мой дом. Вот вход. Такой тайный. Открываем дверь. Заходим. Оп. Пойдем в башню, наверное. Чтобы не промокнуть каску. Блин. Сейчас подниматься. Ребята, вы что думаете? Ну, конец серии. А в следующей серии мы будем искать нормальное место для проживания. Тут, наверное, мы будем копаться, друзья. Ребят. Так, ребят, я уж тут чуть-чуть раскопала. А, у меня же лопата есть, точнее. У меня нет факелов, я пошла уголь добывать, ребят. У нас есть здесь далеко уголь, мы же живем на горе. В любой точке я могу найти у нас уголь. А лопатой я могу добывать с ней один уголь. Никогда не видел такую кладку уголя. Там вниз пойду, значит. Бум. Еще дерево не прописывается добавить. Спускаться с горы, думаю, не вариант. Так. Ну ладно, пойдемте добудем мой пенек. Там тут маленький пенек есть, но видно только его верхнюю часть, поэтому не поднимемся. А вот он. Никто не обидится, ведь это мой рай. Оп. Погнали. А зачем я копаю? Ребят, зачем мы пошли? По алмазам, наверное. Железо бы еще не писали.
поэтому я живу в дыре. И мы копаемся за изумрудами. Ребят, я пока покопаюсь и поставлю вас на паузу. Так, ребят, у меня сломалась первая кирка. Я ненадолго сбегала на поверхность, забыла еще одну. И еще я забыла 5 железа. 34-я высота, изумруд. 100. Нужен верстак. Придется подниматься. Блин, ребят, уже мне не повезло. А! Я пойду добуду еще одно железо. Скрафтю себе кирку и ведро. Ведро, чтобы спускаться. Я гений. А вот оно как раз. Еще вот это добудем. Железо мне, ребят, пригодится в любом случае. Ну, очень много железа мне, конечно, не надо, но чуть-чуть никогда мне не помешает. 5 штук лишнего железа, ну, 4 штуки лишнего. Больше железа. Зачем тут так много железа? Все, так, копаемся наверх. Ладно, ребят, я к вам вернусь, когда закончу. Так, ребят, короче, я выбрала. Сейчас будем вот переплавить чутка. Пусть еще плавится, а я сейчас пойду за водой. У нас тут как раз же недалеко болото какое. А, я же еще не скрафтила ведро. Да, мы и тупая еда. Ступанула, да, бывает. Он учит изумрудного блока сделать. Классно. Так, бежим, жим, 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 жим. О, как раз день на улице. Вот море как раз. Тут озеро хорошее. Я чуть не разбилась. Бум. Вода есть. Погнали. Поднимаемся. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Мы поднялись. Почти. Нужно еще вот сюда залезть. Оп. Так, идем, идем, идем. Возвращаемся. Крафтим железную кирку и идем обратно в шахту. Ребят, после того, как мы пойдем в шахту, я, наверное, закончу видео, но нам же еще нужно будет сходить в ту неизвестную, в тот неизвестный тоннель. Мне страшно. О, все, я профи. Я даже не задыхаюсь, ребят. Так, ребят. Вот, мы спустились. Добываем. Один изумруд? Ну да, в принципе, логично. Еще один!
Еще один? Что, это последний? Ну ладно, ребят, поднимаемся и... Ну, я, конечно, вернусь к вам, когда поднимусь. Мне просто уже неохота затягивать это. Ребят, я поднялась, только тут я немного воду разлила. Ну, сейчас мы ее заберем. Так, все, идем. Идем. Так, мурай. Ну и погнали, конечно же, в ту загадочную штуку. Для вас. Я там не смотрела, что есть. Ну, я только знаю, что там есть тыква. Лава, вода. Ну, там скорее вместо воды уже лед. Уже так быстро поднялась, что вот лава, вот вода, тут только два льда. Повезло. Кувшинка! Круто, что здесь есть кувшинка. Так. Куча тыкв, даже лама собственная. Мне нравится тыква. О, сюда можно... А, да, вот этот водопад, через который мы поднимались, ребят. Вот этот водопад. Да, вот. Поднимаемся обратно. Так, все. А что она не секет? Так, ребят, ну вот то, что здесь, вы уже посмотрели. Тут лава не текет. Если я сломаю лиану, интересно, она потечет. Ну, давайте поднимемся по вот этой лиане. О, блин. Я хочу подняться наверх. Что? Это что-то, ребят. Сосиски в тесте. Мне кажется, в следующей серии, ребята, мы туда пойдем. Это же деревня. Новая, прикиньте. Блин, я хочу там жить. Угу. Ребят, по-моему, это 20-я серия деревни. Ну и всем пока, ребята.